мы должны четко понимать ситуацию, доносить ее правдиво до людей не только через СМИ, но и при личных встречах. Это заявила спикер Святой Республики Наталья Качанова во время заседания 8-й сессии Святой Республики на прошлой неделе. Но действительно, работа с людьми – это тот аспект, которому сенаторы придают большое значение, и причем в разных форматах. Но вот сегодня мы будем с вами говорить о встрече с людьми, условно, с глазу на глаз. Да? Вот на ваш взгляд, насколько такая форма работы сегодня эффективна? На мой взгляд, встреча с людьми – это, в общем-то, одна из основополагающих форм работы парламентариев. Потому что только встречаясь с людьми, мы можем, в общем-то, узнать и оценить ситуацию на местах, увидеть какие-то проблемы, которые волнуют граждан. Ну и вообще, общение с людьми – это кладезь информации, которую мы можем почерпнуть. И я хочу сказать вот из практики, что люди зачастую рассказывают такие вещи, которые вот при разработке того или иного законодательного акта можно не учесть. Ну, в общем-то, может быть, посчитаем на нашем уровне его незначительным. А когда практика применения того или иного нормативно-правового акта, то видишь, что на самом деле людям это мешает, либо, в общем-то, не дает реализовать там какое-то направление. Поэтому встречи с людьми очень важны. И вот форма работы, которую выбрал Совет Республики, это вот выездные приемы, прямые телефонные линии, вот наши президиумы, которые мы проводим в каждой области. Я считаю, что это, да, это очень ценный опыт, во-первых. Во-вторых, это срез такое вот общественного мнения, и по сути, вот я считаю, что это лакмусовая бумажка работы местных органов власти. Говоря про это, да, приемы граждан можно вот на самом деле назвать своеобразным таким стимулом для работы госорганов. И тем не менее, мы сегодня видим, как, например, на те же самые приемы гражданам, условно, к председателю райисполкома, активность людей наверняка будет ниже, чем к, условно, к сенатору или депутату или представителю каких-то госорганов, например. То есть о чем это может говорить, на ваш взгляд? Ну, во-первых, я хочу сказать, что не всегда вот так, как вы говорите, не всегда люди больше идут к сенатору, чем к председателю исполкома. Я думаю, что все зависит, во-первых, от района, от территории, от тех проблем, которые существуют на той или иной территории. Из практики вот моей работы я могу сказать, что и иногда, да, к сенатору приходят больше и активность больше, ну, возможно, потому что вопросы, которые ставят люди, они требуют более такого законодательного урегулирования, и местные органы власти не могут их отрегулировать. Но зачастую вы правы, бывает так, что местные органы власти просто, ну, не решают вопросы граждан, либо их не слышат, либо считают их незначимыми. И вы знаете, иногда даже поражаешься, что вопросы, с которыми приходят люди, они могли решиться, ну, на раз, два, три местными органами власти. Но, тем не менее, доводят до того, что, да, нужно отвлекать сенаторов и приходить к сенатору для того, чтобы поремонтировать подъезд или поставить скамеечку. Ну, вообще, это, я считаю, в общем-то, неправильно. То есть этим должны заниматься, по сути, местные органы власти? Этим должны заниматься местные органы власти. И это вот то, что президент всегда призывает. Услышьте человека, услышьте. Ну почему надо идти к сенатору, если человеку надо установить, например, скамеечку или пандус, или там еще что-нибудь такое, что, ну, считается таким первостепенным для человека, для его жизни. Пусть это один человек, пусть это не массово люди, но это человек. И иногда даже вот поражаешься, почему руководители тех или иных предприятий, в общем-то, не идут навстречу людям. Вот делая, если срез такой вопросов, да, вот самых популярных и в топе, наверняка большой экономический блок, все-таки вы являетесь членом постоянной экономической комиссии, да, или все-таки, например, в топе социальные вопросы ЖКХ? Если говорить вот о комиссии по экономике, то, конечно, у нас в топе это более 40% – это вопросы экономики, банковского законодательства, страховых услуг. Это все-таки то, с чем приходят люди. Вы знаете, целенаправленно. Целенаправленно, да. Где-то около 15% – это жилищно-коммунальные услуги, ну и там 10-7% – это пенсионное обеспечение, трудоустройство. Есть и такие вопросы. Но что касается финансовых вопросов, то, конечно, здесь вот
Что бы я хотела сказать, что надо повышать финансовую грамотность населения. Зачастую люди приходят с такими вопросами, которыми нужно помочь невозможно. Заключают, например, договора, берут кредиты под высокие проценты, не читая мелким шрифтом. А когда приходят уже к нам, ну, человек поставил свою подпись, да, помочь невозможно. Точно так и с потребительскими кредитами. Деньги, как это, есть быстрые деньги, да, вот человеку надо быстро взять деньги, он не читает, что там написано, высокие очень проценты, да, а потом приходится платить в 3 раза или в 4 больше, чем ты взял сумму. Конечно, но уже придя к нам, я с удовольствием бы людям помогла, но я уже ничего сделать не могу. Только через суд, вот мы такие вопросы решали, что человеку давали рассрочку в погашении той или иной суммы, потому что простить ее уже, ну, невозможно. Поэтому я всегда гражданам пытаюсь на приемах объяснить о том, чтобы они читали внимательно договор, внимательно. Вот. Ну и, конечно, вот эта вот финансовая грамотность населения – это тоже очень важная составляющая часть работы. И вот я, когда встречаюсь с коллективами, то я тоже стараюсь вот людям рассказывать о том, что будьте бдительны, да, и про мошеннические, и про киберпреступления. Это тоже, что касается, да, это сегодня очень актуально, и то, что касается работы нашей комиссии. Ну, конечно, есть и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это, несомненно, людей тоже волнует. Это их жизнь, это их быт. И, к сожалению, да, не все так гладко в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот. Есть людей, волнует трудоустройство. Бывают случаи, когда, да, на самом деле люди приходят с просьбой помочь трудоустроиться, и местные органы власти идут навстречу. Вот. Пенсионное обеспечение тоже очень, особенно вот тем, кто был участником Чернобыльской, ликвидатором Чернобыльской атомной электростанции. Вот, тоже такие вопросы рассматриваем. Ну, говоря о проценте, может быть, решаемых вопросов, да, которые удается решить, может быть, и не сразу, но вот в короткий срок. В короткий срок, ну, где-то 20% мы решаем. Вот я могу как пример привести, вот в Гомеле у меня был недавно прием, и пришла женщина, многодетная мама, у которой 2 ребенка-инвалида, и она, в общем-то, обращалась и к местным органам власти по вопросу строительства жилья. Ну, конечно, многодетным, вы знаете, сейчас уделяется очень большое внимание у нас в стране, многодетные строят жилье достаточно быстро, но только на приеме местные органы власти узнали, что у этой женщины, оказывается, дети-инвалиды, и ей положено социальное жилье. И буквально вот в течение недели решилась вопросы предоставления этой женщине социальной квартиры. Вот, это тоже как положительный пример. Плюс у нее еще ребенок имел заболевание, вот, состоял на учете в онкологическом диспансере, и тоже мы помогли с врачами, совместно решили вопрос о том, чтобы ребенку этому вкололи определенный перечень лекарств, необходимых для жизнедеятельности. Но это вот тоже положительный пример. Еще, вот знаете, сейчас же вот в связи с этими событиями на Украине очень много у нас беженцев. И обратилась одна гражданка из Полоцка. У нее, она забрала дядю из Украины без всяких документов. А дядя военный пенсионер бывший. Ему 81 год. Но, тем не менее, у нас связь с Украиной потеряна. Никакие сведения мы оттуда взять не можем. Вот, и ему пенсия не положена. И мы с Министерством обороны совместно, вместе с военкоматом, в общем-то, помогли этой женщине назначить ему, ну, не скажу, что минимальную, но пенсию, которая минимально, как бывшему военному, выплачивается. Ну, хотя бы так. А потом, когда восстановится уже связь с Украиной, конечно, сделают перерасчет. Возможно, пенсия будет больше, но, возможно, меньше. Но, тем не менее, да, это очень важно, потому что женщина 2 или 3 месяца содержала дядю за свой счет, ну, что, в общем-то, положительно, да, говорит о ней, как о племяннице. О качествах человека. Да, о качествах человека. Но в то же время помощь ей, конечно, понадобилась. Вот еще наверняка один такой вопрос сейчас актуальный. Это цены. И цены в магазинах. Ну, действительно, каждый из нас ходит в магазин или аптеку, смотрит на цены, порой расстраиваемся, да? Вот мониторинг цен сенаторами – это тоже одна из таких задач, которая была недавно поставлена, которая успешно сейчас реализуется. Обращаются ли с такими вопросами?
Да, иногда обращаются, ведь мониторинг цен сенаторами мы уже проводим около года. Около года. Это очень важная тема. Вы знаете, как президент говорит, цены, занятость и зарплата – это самое основное, да, самые три проблемы, которые волнуют каждого человека. Конечно, с такими вот письменными обращениями, либо с обращениями в прямых телефонных линий, на личный прием, ну, люди редко приходят. У нас было пару всего лишь обращений, где граждане сообщали о том, что выросли цены. Но когда мы, в общем-то, изучали этот вопрос, то там просто было в разные дни поставки, разные граммы продукта этого и так далее. То есть там, обычно это. Но, конечно, мы все, как вы говорите, ходим в магазины. Мы видим, что цены растут. Но, знаете, здесь надо учитывать два фактора. Есть объективный рост цен, а есть, конечно, возможные субъективные. Так вот, объективный рост цен – это, вы понимаете, что мировые цены растут, есть факторы, которые субъективно оказывают влияние, и мы с этим, ну, в общем, ничего сделать не можем. Но самое главное – это чтобы не было беспричинного роста цен, на что вот президент всегда нас нацеливает. И я хочу вам сказать, что сенаторским корпусом ежемесячно мы делаем такой срез с 37 населенных пунктов у нас задействованы, да, и более 100 наименований товаров. И если мы видим, что рост цен, в общем-то, есть большой процент, там больше 20%, мы обязательно отправляем эту информацию в март, потому что март у нас регулятор ценообразования. Мы сами не можем запросить информацию у магазина, у той или иной торговой сети для того, чтобы проверить. Вот. И март, вы знаете, находит нарушения. За прошлый год около 1 000 000 рублей штрафных санкций в бюджет поступило. Да, цены возвращаются. Но, тем не менее, вы знаете, сколько бы ни проверяли, все равно находятся нарушения. И вот я смотрю статистику марта за первый, второй месяц, январь, февраль, и за март, и тоже были нарушения. По-моему, около 150 или 170 торговых объектов, и практически 80% тоже найдены нарушения. Конечно, они цены возвращают, но март же не может каждому приставить. Здесь, вы знаете, очень важно социальная ответственность бизнеса и торговых сетей. Вот это то, о чем мы говорим. Что, ну, мы же все живем в одном государстве. Да? Я всегда вот говорю, вы же своим людям это делаете. Вашим соседям, вашим родителям, вашим внукам, там, детям и так далее. То есть, ну вот все-таки социальная ответственность должна быть. Не только погоня за прибылью. Тем более сейчас время такое. Ну, сложное время. Надо его пережить. Надо вот, недаром же и год единения у нас был, да, и год исторической памяти, все-таки, ну, мы должны как-то быть добрее. Вот хочется к этому призвать и торговые сети, и других граждан нашего общества. Но я еще что хочу по ценам сказать, что сейчас правительство уделяет большое внимание росту цен. И вот, как сказал премьер-министр, регулирование цен останется на социально значимые товары, потому что это очень важно. Я вообще считаю, что это правильно. Вот. И, конечно, здесь уже будут немножко другие подходы определяться. Будут смотреть и производителю, чтобы не было совсем плохо, и торговые сети, чтобы шли навстречу, на уступки. Ну, то есть нельзя каждому немножко, да, нельзя наживаться торговым сетям, например, на производителе. Но в то же время мы должны думать и о производителе. Там же тоже работают люди, и там тоже есть объективные причины повышения цен. Возвращаясь к приемам граждан, к вопросам граждан, будем надеяться, что все-таки будет больше в будущем ситуаций, которые будут разрешаться быстро, на местах и благополучно. Ну, хотелось бы, конечно, да. Но я думаю, что здесь, знаете, надо каждому государственному служащему, в общем-то, любить людей и прислушиваться к чаяниям людей, к их вот недовольству. И вот что хочу отметить, вы знаете, иногда бывает так, что вот человек придет, ему просто расскажешь, что да, не можем мы, например, капитальный ремонт жилого дома сделать вот сию минуту, но мы включим его в следующем году, сделаем там план, вы понимаете, что денег сейчас нет. Люди наши все понимают. И причем, да, главное, им надо говорить. Им надо говорить, с ними разговаривать. И даже, вот знаете, иногда приходят с такими проблемами, дорога плохая, ну вот ездить невозможно. Но когда человеку объясняешь, что, понимаете, вот стоимость этой дороги будет такая-то. Денег сейчас у региона нету. Но мэр там или
председатель исполкома обещает вам, что в следующем году он начнет там проектную документацию, потом еще. Люди все понимают, они готовы ждать, но они готовы ждать с перспективой, что это будет когда-то. Конечно, хотелось бы все и сразу, но мы же все должны понимать, что бюджет ограничен, особенно сейчас, в такое вот непростое время. Поэтому с людьми надо разговаривать.